шучу, я, короче, сам 19 человек зажигалкой размотал, прикинь. Машина просто. И один на меня тупо подходит, прикинь. Чё? А я смотрю, родители воспитанием не занимались, да? Занимались. Чё, вы думаете, ваше вот это вот никогда таким не будет, да? Да моя Аришка совершенно другой вырастет. Так, смотри, если кто-то будет тебя обижать, сразу подходишь к Нине Васильевне. Так, стишок мы с тобой выучили, да? Да. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Моя умничка. И... Господи, как же быстро растут дети. Ну или так. Прикинь, он тупо меня взял и засосал прям в падике. Нормально, любовь, слушай. Аришка! Ты почему не в школе? Что на тебе одето? Ты что, куришь? Аришка, мне кажется, что на тебя кто-то плохо влияет. Знаешь, Аришка, мама сделает из тебя человека. У лукоморья дуб зеленый. Всем привет! Сегодня мы научимся с вами готовить блюдо под названием «Бездарная социалка». И первым ингредиентом станет трагическое начало. Не забудьте добавить побольше плохой актерской игры. Мой парень нищеброд. Он никогда не добьется успеха. Вторым этапом нам необходима трагическая концовка. Ты чё, живешь в Москва-Сити, у тебя есть гелик? А теперь смешиваем типичную песню из социалки и слоумо. Ну вот и все. Остался последний штрих. Не забудьте украсить ваше блюдо цитатой из интернета. Помни, выходя замуж за лейтенанта, ты можешь получить... генерала. Все овны такие. Быстро теряют интерес. Какая интересная штука. Да ну, неинтересно. Целеустремленные. Да ты можешь понять, это моя цель. Иди сюда, ты понимаешь, что эта цель не оправдывает средства. Но я хочу понюхать бензин. Прямолинейные. Ты видела фильм «Джокер», как тебе? Это полная фигня, одни дегенераты его смотрят. Ну чё, а? Как тебе моя кожаночка? Кто тебе вообще сказал, что тебе это идет? Блин, я так хочу кусочек торта. Торта. Боже, кого я обманываю? Ты всегда была самая недалекая из нас. Активные. Ну чё, не отстаем? И чё, он прям так и сказал, да? Ну ничего, сегодня с ним вместе на дискотеке встретимся. Стремление к господству. Мне кажется, им ты стала слишком высокомерна. С чего ты взяла? Всем привет! Сегодня мы научимся готовить с вами достаточно актуальный рецепт под названием «Как избавиться от осенней хандры». И первым этапом для готовки нам понадобится основа. Включаем расслабляющую музыку. В осеннюю хандру нет ничего хуже, чем заурядная серая одежда. Вот она я, твоя роковая ошибка. Как вишенка на торте, приступаем к третьему этапу. Как говорил великий классик, нет ничего хуже, чем унылое еба. И вот, когда вы выглядите роскошно, ваше тело цветет и пахнет, а настроение достигло своего пика, умываемся и ложимся спать. И помните, это только начало. Дальше хуже. О, Шалопендра, привет! Василий Петрович, обсудим новую медицинскую реформу чуть позже. Ты нахрена так орешь? Чую, Катька, буду документы с универа забирать. Ты че, ты шумная? Ты ж одна из нашей компашки в вуз поступила. Да не мое это. Еще одну такую сессию я не переживу. У меня препод по латыни постоянно валит. Хочу специфику поменять. Пластическим хирургом буду. Губы буду увеличивать. Меня-то ты зачем звала? Мне это, модель нужна. Ну типа портфолио. Ну что, прям тут будем увеличивать? Да нет, конечно. Тут. Ну все, я готова. Что-то я передумала. Ты что, в тренде не хочешь быть? Да не дергайся ты. Ой, тут больно. Слышишь? А я тебе анестезию вкалывала? Mm-mm. Блин, может, спирта выпьешь, а? Слушай, ну для первого раза вроде и неплохо. Что нахуй? Что? Что нахуй? Я из-за отёка плохо тебя слышу. Что нахуй? Подожди! А фотку для портфолио? Ну, отзыв-то оставишь на моей страничке?
Меня Катька проведет. Пойдем. Тебе ж плохо было. Че, мне плохо для училки было? У меня сегодня свиданка. Смотри, какой мне красавчик написал. Ого, он че, студент? Ну да, старшак. Для храбрости нужно выпить. Еще. Слышь, у тебя сишка есть? А ты че, вдруг он курящих не любит? Точно. Слышишь, а что ты с Сашкой делать будешь? Она с ним тупо бытовуха сожрала, мы с ним 24 часа вместе. Алло, тебе 16, вы отдельно с ним живете? За партой мы вместе сидим. Ну все, я пошла. Только потом мне все расскажешь. Ну конечно, только ты никому не говори. Ну, разве что только Машке с 7 и Катьке с 9. Ну что рассказывай? Да что рассказывать? Я пришла, там Сашка сидит, отношения наши проверяет. Да, я тоже красава, вроде нормально съехала. Разревелась, говорю, ты что, мне не доверяешь? В отношениях нужно доверять. Блин. Удалите с души, удалите с памяти. Короче, всем привет, это мой первый интернет-дневник. Меня зовут Майя, и я уже полгода живу с парнем. Мне кажется, что он дебил. Недавно я заболела. Ну, снимаешь? Ну, что, специально ты издеваешься? Я тебя попросила! Он меня выбесил. Я убежала в другую комнату. Я говорю, не надо за мной ходить, я не хочу с тобой говорить! Я не буду с тобой разговаривать, пока ты не извинишься. Ну и чё ты молчишь? Я решила обратиться за помощью к классику. Ты понимаешь, что меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Ну, мы, короче, вроде бы как помирились. Сука, он постоянно косячит. Принеси мне, пожалуйста, градусник. Бля, ты чё, дебил? Ты нахрена градусник разбил? И PlayStation, сука, мне чё делать теперь? Короче, я поехала спасаться к маме, а он поехал спасать PlayStation. Короче, девочки, если жизнь вам дает сотни причин, чтобы плакать, покажи, что у тебя есть 1000 причин, чтобы улыбаться.